Это вот я вышел из пиццерии, хочу вам показать Купертино. Это как раз вот компания Apple там стоит, одно из их зданий. И вот здесь, как бы сказать, смотрите, вот эти квартиры. Здесь как раз живут очень огромное количество программистов, которые работают в компании Apple. Вот такая штучка, например, скажем, балкончик, окошечко, двухкомнатная штука, здесь будет стоить 3500-4000 в месяц, это минимум. Это настолько тупые цены, но зато вы будете жить в Купертино, где делают девайс, на который я сейчас снимаю и потом загружаю в Телеграм. Офигеть, да? Вот. Столько денег за это платить. А, это наша машина. О, кроссовки, наверное, уже кто-то взял или нет? Ну-ка посмотрим. Не, стоят еще кроссовочки там. Так, ладно, едем в кинотеатр.